Ту-ту-ту. Zankoku na tenshi no yoni shonen yoshin vani nare. Ой, пишем, да? Всем привет! С вами Ворма, это игра под названием South Park The Fractured Butthole, которую мы продолжаем проходить, остановились на том, что обнаружили у нас дома окровавленные ошметки, хрен пойми от кого и от чего. Ты двигаешься, нет? Вот, двигаешься. В общем, дом у нас был... Стой. Дом у нас правее, дом правее. Дом у нас был вот здесь вот наш дом. Здесь все окровавленные ошметки, короче, там все в крови, нет ни родичей, никого, непонятно, что происходит. Выходим из дома, там священник такой, типа, отправляйся на озеро, рядом с которым я как раз сейчас схожу. И, собственно, мы на озере узнаем, что делать дальше, узнаем, что с родичами, что вообще, почем, и почему, и для чего. Также у нас есть основной квест, это дом Токена, где нас позвал туда чувак, собственно, Токен. Или Мистерион, не помню, короче, позвал к нам на штаб к себе, к борцам за свободу, чтобы там новое задание получить. Собственно, это мы сегодня посмотрим, но для начала я пришел, собственно, на пруд, и мы сейчас посмотрим, что к чему у нас тут. Ты русалка, что ли? Ты кто такой? Я могу только пердеть и больше ничего. Реально, Квамен. A powerful superhero with the amazing ability to talk to fish and swim. It's Seaman! Seaman. Я понял. Спермамен. Короче, Seaman как семя, типа, сперма, типа. И Seaman как морской парень. Типа, ну, моряк спермамен. Ну, ладно, такой себе перевод, но окей. All creatures of the sea. And right now, there is a gay fish who wants help getting his mother into heaven. I want to help the little gay fish. All the other super best friends keep saying they're too busy. Will you help? Я только плеть могу, чувак. Что? Я в этом не уверен. Можно я что-нибудь скажу, хотя не умею? Что происходит? Seaman! Down to where the little gay fish makes his home. Бу-ху-ху. Что? Do not cry, little fish. I have returned and with help. Oh, thank you, Seaman. You really think you can help my mom get to heaven? It's Seaman, and yes, I do. This child has incredible powers. Так я... If you get my mom into heaven, I will give you $3 million and some jewelry. Just touch my little gay flipper, and we shall be magically transported to help her. Окей. Touching the gay fish's flipper, Seaman and his sidekick are... Что происходит? Я что-то это... Where another fish rides a unicorn. I'm here, mama. Is that you, baby? It's me. We're gonna get you to heaven, mama, just hold on. This kid's gonna help us. Okay, baby, whatever you say, you little gay fish. And so, Seaman's sidekick had to help the gay fish's mom fly to heaven on a stream of rainbow unicorn farts. That's Seaman again. This road leads right to heaven, mama. Watch out for those columns. В какую игру я играю? Я не понимаю. Я хотел в South Park поиграть, а внезапно... Что... Флэппи Бёрд? Я вроде бы ничего не употреблял, не нюхал, не курил, не колол. Я чё за нахер? Чё происходит? Я просто бутерброд с колбасой съел перед запуском этой игры и... Ладно, посмотрим. Флэппи Бёрд, реально. Очень, да, увлекательно. Какого черта происходит? Ну, пока не так сложно. Почему все в этой игре на пердеже построено, я не понимаю. О, мышка есть. Оп, ускорилась, чувство ускорилось. Музяка зато пошла. Так, спокойно. А, двигаются, нечестно, они начали двигаться. Ах, я не задевал, врете все. Что происходит? Это уже сложнее, окей. Кто демон? Что? Что? Какого черта? Что происходит? Эй, так нечестно, чувак.
Что происходит? Что это за хрень? Окей. Seaman's sidekick had to help the fish's mom fly to heaven on a stream of rainbow unicorn farts. That's Seaman again. С самого начала с пятью жизнями? Окей, ладно, это я обрежу. Окей, одну жизнь потерял. Ну да ладно. Вторую потерял, хорошо. Не понимаю, что происходит? Я вообще не понимаю, во что я играю сейчас. Еще одна жизнь, окей. Ну вот еще одна, окей. Что за... Какого? Что происходит? Надо было просто умереть, что ли, и все? Иисус? Допустим. Спасибо. Что происходит в этой игре? You had no reason to help this gay fish, my child. And yet you did. Kid had every reason to help me. I'm a lyrical genius, voice of a generation. Чё? I see that you are trying to determine your spirituality, my child. Allow me to help thee. There are good and bad in every religion, my child. Выбрал религию. Which are you? Lawful. Я... Мы не прошли еще игру, получается, правильно? Типа, это самое... Neutral? Нейтральный. Chaotic. А, такой RPG-шное мировоззрение. Окей, но я нейтральный. Neutral? Я не понимаю. Agnostic. Atheist. Buddhist. Christian. Hindu. Jew. Mormon. Muslim. Orthodox Jew. Quaker. Rastafari. Сатанист. Саентолог. Сик. Да, вы саентолог. Ну, я этот. Ты должен уважать мой выбор. Atheist. Okay. You're a neutral atheist. Да. Еще экономический уровень. С какого черта? Да, давай, это было бы неплохо. Но я не понимаю, что происходит вообще. Congratulations, my child. Благословение. Мы с ним спорим там что-то уже. Маленький нейтральный атеист. Опять вы. We don't take kindly to your types around here. Let's welcome this thing to our town. Я абсолютно нейтральный пацан, чего вы до меня доебались-то, ну? Долбанная деревенщина, погнали, чё? Who wants the first cut? My God's a vengeful God, and he told me to fuck you up. Ох, как ты больно бьёшь, что я смотрю, да? Ах ты ж. Say your prayers to whatever you say. Отхил неплохой, я смотрю, да? Ладно, получили одиножды, получили двоидожды, получите и третидожды. Проклял. Неженка. Я запутался, короче, я понимаю, что происходит. Я думал, прошлая серия у нас будет последняя. Оказывается, у нас тут еще до хера контента, да? Ну ладно, продолжаем тогда еще. Belief system? Очень увлекательно избивать деревенщину. Прям вообще. Так, ну убивай. Perfection. Минус, окей. Что творят? Смотри, все идеально прям бью. Я прям поражен своему игровому потенциалу, так сказать. Самый жирный остался. Самый протестующий из всех. Давай вот что сделаю, короче. Меня задолбал.
До свидания. Что, время не терять? Упал, отжался, открыть достижение. А что он дает, кстати? Победив в бою, используя придержанную временную паузу, чтобы стопить всех оставшихся. Ну окей. 11 уровень. Ура! И продолжает расти, кстати. Так, окей, мы выбрали свою религию, но... Ладно. Погнали тогда сразу к этим. Чё, рыба сносит крышу, но теперь мы дружим в инстаграме и в реально спокуха. Шлю тебе фигню какую-то, кое-какую. Блин, я молодею. Знаешь, мой инато... Ой, иди нахер. Заебёшь теперь, да? Ладно, спасибо, что маму рай отправил. Так, погнали к этому, к... Звай к всему, токену, да. К токену. Очень странная серия. Хватит писать мне, слышь, рыба. Рыба, что ты пристал ко мне? Господи, как можно столько спамить, а? Тут можно? А, вот, на ВСД можно. Короче, я отпишусь от тебя, так как я всегда остаюсь с собой. Написал, отписался, окей. Пошел ты в жопу, гейфиш. Голубая рыба. I just wanted to thank your ass for taking down the corrupt police chief. I'm free now, thanks to you. Не можешь написаться. Не мешай, рыба. А, ты теперь моя ультой будешь, да? Прикольно. Одноразовый мобильник. Он явно не одноразовый, но ладно. Короче, мы продолжаем игру, то есть, получается, мы прошли где-то 2/3, что ли, только. Я думал, уже все, конец, но ни хрена. Прикольно, ладно, играем. Токен. А, на базе точно. Я думаю, где он? Итак, чё за план у нас? Чё смотрим? О, чёрт. Я знаю, кто сделал. Картман. Картман? Да Картман-то сделал. Картман. Yes, Siri. Incoming video message. Play the message full screen. What is this place? Это мои родители? Да, это мои родители. Я же говорю, это Картман, но... Вот они где. Connor, that son of a bitch. Care to make a trade, new kid? Let's make a deal. Hey, listen, you're gonna be in big trouble if you don't... Did you see that? Get outside, and then do exactly as I say, new kid, or you will never see your parents again. And hurry, or else there'll be more of this. О, боже мой, как он мог? Where are they, fat ass? Where is who, human cat? The new kid's parents. Красава, Кайл. That's fucking you. You took the new kid's parents because you hate that we merged with Freedom. Да, именно так. I want this mega franchise more than anybody. Tell him, guys. Пошел ты. You have 5 seconds. I'm on your side. New kid, you believe me? Нет. Нет. Какого черта происходит? Что? Ну? Что? Ладно. К твоей команде произошли изменения, енот больше не с нами. Ну пусть Кайл вместо меня будет. Хотя нет, надо какой-нибудь посильнее взять. В смысле? Он мне все классы открыл? Ёбушки-воробушки, он открыл мне все классы. Пацаны, ребята, вы смотрите, что происходит. У нас все классы открыты. Только, как бы, я уже выбрал то, что мне нужно, поэтому мне ничего не надо. Так, ищем енота. Жирную жопу эту. Но тут магазин есть у вас?
О. Костюм кобры. Давайте скупим костюм, пусть будут. Глаза кобры. Так, вот 80-й есть. Ой, 80-й мне нужен. Рецепты. Интересно. Так. Так, вместо Кайла давайте кого возьмем? Гей-парочку можешь взять, нет? Инструментон пусть у нас будет. Так, артефакт я, по идее, могу заменить? А, мне 80 тоже не нужен. У меня уже есть. Ладно, все, пошли за Карпманом, за этой жирной жопой. Он спер наших родичей. Там все в крови обмазал в кетчупе. Поэтому это опасно. Это уже личное, Картман. Ты охуел немножечко. I'm gonna tell you where to go, and you're gonna go there on foot. No fast travel. You got that? The first one is easy. Okay. You go to the place where people get their coffee fix. Better hurry. Люди лечатся кофе. Кофейню тыков направо. Тик-так. Тик-так, тик-так. Допустим. Допустим, окей. Это интересно. Без фаст тревела. Все такое. Так, вот с этими пацанами я не хочу особо якшаться. Так, иди нахер. До свидания. Не считается победа, ты не догнал, ты проиграл. Location, Hello, welcome to Tweet Coffee. What can I interest you in today? Oh, whoa, isn't that the vigilante? I don't know if you're a hero or a menace. Man, this coffee really has me buzzed. Hello? It's for you. Нихуя себе. That's real good, new kid. But now I'm gonna make things a little harder on you. Instead of telling you where to go, I'm giving you a riddle. Ну-ка. You ready? Давай. A place where death comes in all shapes and sizes. Go into this door to find what your prize is. Dude, I'm so wasted on this stuff. Какого черта ниндзя опять? Что за нахер? Shitty ninjas. Don't think you can run from a shitty ninja. You see, shitty ninja always have a backup. Что тебе надо, продавец суши? Что ты достал до меня? Вокмен долбанный. And now you will have to face us all at the same time. Group leaders, take it down, ma! Sixth graders! Boys and girls, assemble! They took our jobs! Grabby balls! Haha, vigilante! Everybody mad at you! Prepare to die! Чё, угораете, что ли? Что происходит? Ладно, допустим. Just wanted to look at boobs, and you killed them! Please enjoy authentic ninja fighting bridge. Ой, больно бьет как. You guys are so interesting. Not like those losers we're beating up. Rack 'em up. Okay. Так, я больше задену, да? Давай тогда так. Очень странная серия. Прям вообще не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю, что происходит. Так, мне нужно... А, дерьмо, ты мешаешь, Стэн. Так, не попадаю по большей части, да? Да, вообще. Мне нельзя просто... Я освобождаю место для себя, потому что я там сейчас буду херачить очень больно. Сейчас вам влеплю, суки. Будете у меня знать, где раки зимуют, твари. Да, блядь, серьезно. Может, и не будете. Hey, go easy on the little lady. Никаких изи, сука, понял? Не, никаких скидок, спасибо. А, нет, 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 нет. Это не катит. Еще думала, сучка.
Охеревшая мразь. Охерела меня на свою сторону переманивать? Попердень не так просто, как кажется, поняла, сука? Так, ты. Серьезно, не достаешь до тех? А, стоп, двоечку же надо. Так, достаешь только до одного, да? В любом случае. Ну давай. Мне кажется, у нас будет сейчас минус это. А, и переход, да? Он восстанет сейчас, да? Блять, Мистерион охуенный. До свидания. Ау! Бутылка по голове, больно-то, ну? Так, у тебя убийство на ульта на массу идет, да? Давай так. Ага. Вот его надо было брать вместо Карпмана, на самом деле, на бой с этим... с Нип-Шигуратом, или как там его зовут. Так, думай. Давай тебя ульту. Ты же ради ульты у нас сидишь. Я хуйё! Он бава куничива. Боку ва ваму дес. Офигенная тема, на самом деле. Могли бы аниме рисовать, на самом деле. Я посмотрел аниме Соус Парк. Ах ты ж, сука, все-таки вы заманит меня, да? На! А почему? А, во, отлично, красав. Yeah. Так, вот хрен знает, кого фиксировать тебе сейчас. Он в любом случае убивает двоих, да, вроде? Либо краба, либо этого. Я туп. Давай лучше так сделаем, попробуем. Так, ты меня хилишь. Тынц. Окей. Странный бой очень, на самом деле. А вообще серия странная, еще раз говорю. Угу. Впервые меня под контроль взяли. Какая-то гробная школьница. Я краб заплевал. Боже. Так, сейчас ходит Китайоза, да? Так, надо свать для него путь. Не получится. Ладно, пусть так краба бьет. Угу. Плохо. До свидания. И теперь ты. Так, меня бить нельзя. Или попробовать. Вот так вот. Сейчас, стой, погоди. Вот так. И вот так. Во. Дохера урон нанесем. Я надеюсь, не смогу убить Стена. И. Ну, посмотрим, короче, сейчас. It's coming right for us. Усилий жалко нельзя, не выживут же. Джимбо.
Да, Стэн живет. Так, все, я свой. Но они дохнут, как кровотека, получается. У тебя такая ульта? Ты оживаешь, типа? О, черт, 18+ контент. Офигеть! Мистерион самый лучший персонаж. Отвечаю. Это лучший персонаж, он умирает, при смерти он может, короче, дебафы кидать, а при ульте он может тряснуться и вокруг себя всех костырить. Он идеальный ассасин-саппорт, я хочу быть таким же персонажем. Дайте мне класс Мистериона, пожалуйста. Охеренно. Да-да-да. Загадку надо решить. И даже ни к чему это не привело, да? Так. Перекус. А вы можете мне показать еще раз задачу? Не показали. Так, там что-то где все умирают, но не умирают. Что-то про магазин. Или что-то такое, я не помню. Может, церковь реально там кладбище, типа? Яое. Пойдем направо к этому. It's me, buddy. A place where death comes in all shapes and sizes. What could it mean? We've got to solve this riddle. Take down Connor together and prove our innocence. And hey, thanks for being the only one who believes in me. Пошел ты нахер, слышь, пидор. Место, где можно увидеть. I've been following what's going on. I'm trying to pinpoint Cartman's location. For now, just do what he says so he doesn't get suspicious. Окей. Так, енотограмм, он написал там этот текст. Место, где можно увидеть смерть любых форм и размеров. Иди в этот магазин, чтобы узнать, какой приз тебя ждет. Место смерть любых форм и размеров. Смерть. Магазин. Может быть, смерть имеется в виду, ну, вегетарианская, типа, такая тема. То есть там мертвые всякие... Коровки, хрюшки. В магазин, короче, продуктовый надо идти, я понял. Где у нас магазин продуктовый? Торговый центр Южного парка, я понял. Могу ли двигаться пешком? Идем пешком. Пока мне нравится, короче, прикольно. Они так делали, такой замес под конец. Картман, как всегда, виноват во всем. Мудак долбанный жирный. Пошел ты в жопу, не догонишь, ну? Не боюсь, у меня ваш лидер в компании. Я лидер вашего лидера, во. Окей. Да я знаю, где Картман, вот задолбали, в магазине он. Ща мы идем уже ближе, уже близко находимся, близко. А, кстати, кошаков же надо ловить этих. Не пройтись, да? Так, сейчас. Катюня. Для этого Элла, извращенца, или как его там зовут? Локи Гомосек. Локи! Гомосек, Локи. Ну, я пришел. Кстати. Я же могу это сломать, стой. Ага. И смогу залезть наверх тогда. А потом еще взлететь. Давай, ну-ка. Давай, ломай. Этим туалетом больше не воспользоваться. А, его можно отмотать назад. Окей. Сборщик кого? Так, полет мне нужен. Come to this shop to see what your prize is.
South Park has a lot of shops, but which one involves death? Mm-hmm. Ready? I believe in you. Or at least your farts. Что, дурак, что ли? И нахрен мне было нужно тогда? Всем дурак. Кайл, ты дурак. Ты еще дурак. Не понял. Я не понял сейчас. Погоди. А как мне наверх подняться-то? А, может быть, так надо, смотри. Ща. Отмотать. О! Видал, что придумал? Я красавчик вообще. Костюм патриота. Костюм Капитана Америки. Ну-ка, посмотри. Я не буду носить, просто посмотреть, интересно. Как чушка, господи. Вообще, такой... Не, вот это неплохо выглядит, кстати, прикольно. Но не для меня. Так, то есть нет в магазин, получается. Спусти меня вниз. А сколько серии уже полчаса идет, да? Пора заканчивать уже. Так, ну давайте, думаю... Лечебный цыпленок. Жареный. Окей, клуб. На козловица. Оружейный магазин, может, он имеет? Ну? Или что? Или тако? Жеребец. Не знаю, короче, давайте, думаю, в следующей серии я как раз найду эту штуку, более точно. Скорее всего, все-таки либо слева, либо сзади. Ну, то, что я назвал только что. Вот, найду как раз это к следующей серии. В следующей серии мы начнем продолжать и, скорее всего, уже завершать игру. Или нет, я не знаю, сколько она еще будет идти. Я не смотрел ни прохождение, ничего, поэтому не знаю. Кто знает, пишите в комментариях, сколько еще осталось пройти. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжим в следующей серии. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте. Смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео, подписывайтесь на группу ВКонтактике, смотрите мои колбы и... В общем... Да я уже это понял, чувак, зачем ты вот взял и все рассказал? Я же уже понял, что оружейный магазин, отстань. Вот, в общем, всем удачи, всем пока.